команды девушек и юношей участвовали в финальных играх спартакиады по волейболу. Эти соревнования проводились для спортсменов 2002-2006 годов рождения. Спартакиада проводится, да, при нашей поддержке. Организатором данного мероприятия спартакиады является Управление образования городского округа Одинцово. В отборочном этапе принимали участие 50 команд. Сегодня у нас финал. Тренировки молодой тренер Елена Константинова проводит 6 раз в неделю. Такая колоссальная работа и труд каждой из ее спортсменок приносят свои плоды. На всероссийских соревнованиях ее команда показала отличный результат. В конце марта волейболистки примут участие в финале. Успехи команды говорят сами за себя, поэтому надежды на спартакиаду самые что ни на есть высокие. Да, мы выиграем кубок. Сейчас поедем на финал в конце марта. Как вы сами пришли в этот спорт? Папа привел. Как давно это было? Давно, очень давно. Да, даже не буду считать. Екатерине Ананьевой 14 лет, 5 из которых девушка посвятила волейболу. В команде она связующий игрок. Настрой спортсменки бойцовский. Девушка признается, что на России ее команда обязательно одержит победу. Ездили 2 раза на Россию, по 4-му году и по 5-му. В этом году тоже едем на Россию и надеемся занять первое место. В ходе упорной борьбы первое место среди девушек заняла команда Одинцовского лицея номер 6. Среди юношей – лидеры сборной лингвистической гимназии. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».